За композитными материалами будущее. И такие будут изготавливать в Ульяновске. На площадке в Заволжье приступили к возведению лабораторно-производственного комплекса Всероссийского института авиационных материалов. У этого учреждения, занимающегося разработкой и производством композитных материалов для авиационной промышленности, уже есть представительство в регионе. Новый же комплекс позволит увеличить мощности. Импортозамещение, потому что часть компетенции, ну это я думаю, может тут руководители предприятий более подробно рассказать, часть компетенций там за последние десятилетия были утрачены, и это, в общем-то, восстановление. Объект планируется сдать 10 декабря текущего года. Мы уже надеемся, что в следующем году запустим серийное производство материалов. Насчет значимости. Ну, объект, скажем так, значим, поскольку мы на данном объекте будем изготавливать материалы, именно полимерные композиционные материалы нового поколения. Стройку посетил Сергей Морозов. Он отметил, что производство, связанное с авиастроением, особый объект для Ульяновского региона. Было отмечено еще, что областные власти заинтересованы в развитии сотрудничества с Институтом авиаматериалов. Кажется, это очень актуально именно сейчас, когда президент провел недавно совещание по развитию авиастроения, авиации в Российской Федерации. Недвусмысленно было заявлено о том, что мы сейчас все больше и больше и быстрее будем переходить на российскую авиацию. Поэтому, конечно, мы с нетерпением будем ждать, когда вы откроетесь. Инвестиции в данный объект составили почти 1 000 000 000 рублей, а работать здесь будут несколько десятков специалистов высокой квалификации.